Убивать нас хочешь? Так футбол же, Лига чемпионов. Хочу хоть второй тайм на базе посмотреть. Гляди только, главное, чтоб не на том свете. Корея пробивает! За победу. За ничью. Давайте будем реалистами. Какой же это реализм? Это пессимизм. Не умеешь ты мечтать, Витёк. Чё за хрень, мать? Жан набухался и в кабине спит. Да пойдём поглянем. Мужики, может, не надо? Да сиди там. Парни, что за дела такие? Ну, я ж продавал Элану, я не получаю, что еще. А я в следующем году собираюсь в Австрию на чемпионат поехать. Ну, а что, я уже человек разведенный. Куда хочу, туда лечу. Эх, ребята, а я почти попал на тот знаменитый матч «Динамо-Барса». Ну, это что? Да. Почти это как? Да, увольнительную взял. Думал, за 3 дня доберусь на попутках. Какое там? За день до этого попал в засаду и пулю словил. Ну, что у вас там происходит? Твой как? Готов. Вот это замес. Вот это я понимаю. По коням, ребята. Инкассаторов положили. Твою резину. Вывод очевиден. Практически все эти ограбления стали возможны в результате нарушения инструкций, халатности, элементарной невнимательности. У нас в городе несколько инкассаторских служб, и уже все подверглись нападению. Глущенко! Ты что, сюда спать пришел? Мужики, я понимаю, что у вас уже рвотный рефлекс вызывают все эти сборища. Но, во-первых, я обязан это делать. Во-вторых, я хочу, чтобы вы все остались живыми. А в-третьих, все, идите работать. И повнимательнее там. Интересно, что в-третьих? А в-третьих, проблемы с кадрами начинаются. Вчера только 8 человек заявление написали. А ты новенький? Давно в резерве? 2 недели. Разрешение на оружие получил? Да. Слушай, раньше кто по жизни был? Опер. Годится. Пойдешь со мной? А то у меня напарник. Приболел, мать его. Ну, пошли. Товарищ заместитель министра, я хорошо понимаю сложность ситуации.
Да, ну, задействованы лучшие силы. Обязательно поймаем. До конца месяца поймаем. Ловлю на слове. Задолбало меня это министерство. Ну, что у тебя по банде? Работаем. Знаешь, я тоже так всю жизнь отвечаю. Только наступают моменты, когда такой ответ руководство перестает устраивать. Что конкретно? Работаем. Упрямый ты, Витя. И хитрый. Хочешь на мое место? Нет. Ответ честный, но глупый. Скоро захочешь. Почему? Потому что у нас в руководстве грядут подвижки. Я так понимаю, вы туда? Короче, Таран, не поймаешь банду, в это кресло сядет твой друг Колотов. У него уже есть какая-то информация, и кое-кто в министерстве его активно лоббирует. Мне-то что? У меня с Колотовым давно все нормально. Пока нормально. Ты под ним еще не работал. Да-да. Можно. Мариночка, заходите. Вот, познакомьтесь. Начальник лучшего отдела угрозыска. Гроза всех гангстеров. Таран Виктор Романович. Вот он вам все и расскажет об этой банде. А вы уверены в этом? Абсолютно. Вы подождите секундочку в коридоре. Виктор Романович проводит вас к себе в кабинет. Хорошо. Это не моя идея. Это приказ. Точнее, недвусмысленная просьба. У этого агентства журналистских расследований хорошие связи. Да? Угу. Я смотрю, они лучше, чем у всех нас вместе взятых. Так может, они вместо нас банду и половят? Может, и половят. А ты не справляешься? Иди, попроси у них помощи. Найдите Колотова. Пусть срочно мне перезвонит. Идемте. Слушаю вас внимательно. В чашечке кофе не найдется? Извините, закончился. Ну, чай можно... тоже. Ну тогда в следующий раз я принесу с собой. Задавайте ваши вопросы. Марина. Вам знакомо чувство бессилия? Ну, допустим. Часто ли это связано с невозможностью поймать и наказать преступника? Вы, кажется, хотели узнать о банде, которая грабит инкассаторов. Ну, об этом и так все пишут. А вот об операх, которые ее ищут, никто ничего не знает. Мне кажется, это будет не слишком интересно читателю. Мы заинтересуем. Ну, пошло писать о подвигах бандитов, забывая о тех, кто их ловит. Вы, наверное, не
недавно в агентстве работаете? 3 дня. А раньше работали моделью. Это комплимент? Скорее, констатация. Ну, почти угадали. Я раньше писала о моде, но потом мне стало скучно. Понимаю. Темперамент помешал. Нара, на себя! Витя! Послушайте, Марина, вы эффектная девушка. И в другой ситуации я бы с удовольствием с вами пообщался. Но сейчас разгар рабочего дня. У меня совершенно нет времени. Несмотря на приказ начальства? Приказы я привык выполнять. Поэтому давайте просто перенесем наш разговор. Если у меня будет свободная минута, я есть ваш. Ну, не могу вам обещать того же. Хотя, в обмен на информацию, я готова поделиться своей. Вот тогда и обсудим. А сейчас извините. До свидания. Чего? Сочтемся. Раньше за 2 минуты опоздания на точку премиальных лишали. А теперь такие пробки, что дай бог хоть как-то в график войти. Раньше. Тоже мне вспомнил. Раньше колбаса была по 2,20. Инкассаторов не мочили 5 раз по дню. Не каркай. Да вот. Так. Понял. Все принято. Так, мужики. Таир выехал из дому. В 2:10 его стали вести. Направляется в офис. Судя по всему, минут через 20 будет на месте. Отлично. Бойцы готовы. Задача ясна. Поконим. О понятых я позаботился. Молодец. Главная задача – тайник в кабинете. Ты уже 6-й раз мне это говоришь. Да? Кота не надо не забыть. Посоветовали заключить с вашей фирмой договор на охрану. С кем я могу пообщаться? Заходите. Заходи! Все лежать! Морда в пол! Опля! А что у тебя там? А где? Сейчас покажу. Сейчас. Витя, смотри, как ловко. Это электрики сейчас так делают, да? Граждане понятые, прошу зафиксировать. Тайник абсолютно пуст. Нет ни одного завалявшегося патрона. Складно излагаешь, Таир.
Запросто можешь дознавателем работать. Спасибо, мне и так хорошо. Кстати, меня зовут Руслан Арсенович. Да, я помню. Руслан Арсенович Таиров. Осужден в 96-м к 14 годам лишения свободы за разбойные нападения на инкассаторов. Освобожден в 2005-м, условно-досрочно. Криминальная кличка Таир. Ну и что? Я за грехи своей молодости уже отсидел. Ну, а тут... Вы мне что, по новой хотите пришить, что ли? Нет, ну что, я зверь, что ли? Так пришел навестить. Хорошая у тебя фирма, Таир. Да, фирма хорошая. Правда, не моя. Я, как ранее судимый, не имею права заниматься охранкой. Так что фирма, товарищи. Ну, это понятно. Ладно. Спецназ, понятые, свободны. Спасибо, ребята. У меня к тебе дело, Таир. В городе неспокойно, волнуюсь я. А я нет. И вообще, ты зря своих питбулей отпустил. Не о чем нам с тобой базарить, ясно? Вы мне нападение на броневики не пришьете, я отдел отошел. Я сам теперь охраняю. И вообще, ребята, давайте, есть что предъявить, предъявляйте. Нет, валите отсюда, иначе прокурору буду жаловаться. Рот закрой, Таир. Будешь трындеть, будешь валяться, можешь простудиться. А ты меня не пугай. Я плевать на вас хотел, ясно? Плевать я на вас хотел. Плевать! Ну, чего ж ты нервничаешь так? Успокойся. Я сплевался. Слушайте, а я слыхал, у вас в отделе не бьют. Ну, времена меняются. Что было в тайнике? А я вот реально не знаю. Вы вот узнаете у прошлого хозяина офиса. А я о нем вообще только что узнал. Сними с него наручники. Уходим. Ну что, Руслан Арсенович, извините, если что не так. Всего хорошего. Заходите еще. Ну, мы же еще встретимся, да? Да? Обязательно. Ты мне можешь объяснить, я зачем с него наручники снял? Он же в 90-е машины инкассаторские как орешки щелкал. На его команде 3 трупа. Знаю, что. Я своему человеку доверяю. 100%. Он видел стволы в этом тайнике. Виталь, ты зря психуешь. Тайник пуст, у нас ничего нет. Таир не булка с маслом, он на нуле не поплывет. Или ты хочешь рассмешить весь город и пришить ему 5 мокрух? Да хоть на пару дней мы можем его взять за что-то? Не за что. И ты это знаешь. Облажались мы. Или сливает кто-то. А ты без команды руки не распускай. Подумаешь, что я такого сделал? Ты у меня спрашиваешь? У него он спроси. Развелось начальников. Ну так вот, решили мы с сынишкой посоветоваться. Спрашиваем, ты кого хочешь, братика или сестренку? А он говорит, давайте хоть кого-нибудь, веселей будет. Ну правильно. Так и решились. Наташка сейчас на 9-м, на сохранении лежит. Оно и к лучшему. В палате телевизора нет, меньше психовать будет. Да ладно, Палыч, не парься. Родит твоя Наташка, все нормально будет, увидишь. Должен же кто-то в нашей стране рожать. А то вымрем скоро все нахрен. Абсолютно с вами согласен, Алексей Александрович. Если мы не утрем нос ментам, они нас вообще ни во что ставить не будут. Так точно.
Вот сядь здесь и сам лови. Слушаю. А, Богдан Иванович, приветствую. Кто? Спасибо. Хорошо, сейчас кого-нибудь пришлю. Чернецкий, зайди. Привет. Привет. Ну-ка. Первые мосты наведены. По делу что? Терпение. Такие люди, как Таран, так просто не достаются. Ну а когда ты его раскрутишь? Эдик, я тебе не девочка из бара, чтобы его раскручивать. Я тебе сказала, первый контакт есть, все остальное приложится. Мариночка, твои вот эти вот контакты, мосты до одного места. Ты понимаешь, что время идет. Инкассаторов мочат, как котят. И хоть ты моя однокурсница, но я не буду держать тебя в своем агентстве за красивые глаза. Спасибо тебе за откровение. Было очень приятно с тобой поработать эти 3 дня. Господи, да ну успокойся, ну сядь, ну пожалуйста. Ну сядь. Ой, как был характер стервы, так и остался. Так тебя никто замуж не возьмет. Да я не спешу. Вот, хмурю Тарана, может быть. А что, парень интересный, положительный. Мариночка, люди хотят читать про то, что милиция умалчивает, а не про то, какие они положительные. А еще лучше узнать личность кого-нибудь из этих бандитов и самим его схватить. Ты представляешь, какая это бомба будет, а? Самим схватить? Ну, я похожа на опера или на спецназовца? Я это предусмотрел. Кристин, позови мне Колю. Только быстро! Да, на спецназовца ты явно не похожа. Кстати, как насчет ужина? Я знаю одно удивительное ароматическое местечко. Эдик, мы с тобой же договорились. Я иду к тебе работать, ты ко мне не пристаешь. Ну, договоренности можно и пересмотреть. Ну, ты просто не в моем вкусе, извини. Ой, Марина. Вызывал? Да. Марина, познакомься. Это Коля, твой новый напарник. И, кстати, в отделе Тарана работал. Очень приятно. Разрешите? Уборщица нагоняй, дай пыль везде. Это все? Не все. Садись. Звонил начальник нашего СИЗО. Яблонский хочет поговорить. Петр Трофимович? А ты другого знаешь в нашей тюрьме? Сколько у него там до приговора? 10 дней. Ну, там все нормально. Суд обещает? Обещают. Все они мастаки обещать. Ну, в общем, ты это... Зайди к нему. Наверняка торговаться будет. Возможно. Выслушай его. Но ничего не обещай. Понял? Конечно. Да, и что у нас там по инкассаторам? По каким инкассаторам? По малеванным каким? Которых в городе убивают. Ты на каком свете живешь? Но мы этим не занимаемся. Так займитесь, черт бы вас побрал, работнички. Иди. Да, и после разговора с Яблонским
сразу мне доложить. Есть. Господи, как контора мельчает. Тайник пустой. Как пустой? А вот так. Пустой и все. А где Таир? Кто его знает? Дома, наверное, сидит, водку пьет. Черт, он же меня вычислит. Мне конец. Гуманис не вычислит. У вас в конторе 150 человек. В офис не все вхожи. Таир не дурак, он мигом выборку сделает, и все. Ты лучше мне скажи, ты когда последний раз стволы видел? Я же сказал, 3 дня назад. Походу, меня слили. У вас в отделе сидит стукач Таира. Так что больше сюда не приходите. Я вас сам наберу. Так, глаза устанут. Я инструкцию выполняю. Инструкцию. Инструкция — это правильно. Это реально? Или так, болтовня? Проверяем. Ну, надо форсировать. Ну куда? Даже не кража квартирная. На хапу тут не получится, надо информации побольше собрать. А чья информация? Игоря. Тем более. Ты ему объясни, что мое место скоро освободится. И в него может сесть никто иной, как Таран. У меня с Тараном давно все бельем поросло. А может, и Супрун. Я знаю, Леонид Григорьевич, что ты в большие начальники не рвешься. Но не гоже тебе под молодняком ходить. Я бы лучше тебя сюда определил. Поторопись, пожалуйста. Это надо нам обоим. Разделяй и властвуй. Че, из ментов, что ли? Угу. Только сегодня все нормально будет. Я тут просчитал, эти козлы нападают раз в 2 недели. Так что... Нормально, я только начал, поэтому не устал. Слышь, а что поперли-то? Не поперли, я сам ушел. Да ладно тебе заливать. До пенсии тебе далеко. Ну, а зарплата у нас сильно не отличается. Колись давай. Ладно. За пьянку. Да ладно, крепко пил, что ли? Не крепче 40. Ну, ты, брат, даешь. Это ж как надо пить, чтоб из органов поперли. Уважаемый, закрыли тему. Ты что, обиделся, что ли? Зря. Ты знаешь, у нас раньше инкассаторы пили тоже. Будь здоров. Вот у нас дежурный работал. Сразу после войны начинал. Так тот говорил, что на каждой точке наливали. Открывай, иначе они его... Деньги этого не стоят. Открывай! Ой, привет, Толь. Здравствуй. Какими судьбами? Да, ребятам из угона в адвокат нужен. Как ты, как Игорь? Нормально. Я слышала, тебя на большую должность рассматривают. Ты как опер всегда все знаешь. Стар я уже для командных игр. Да ладно, не глупи. Ты это заслужил. При тебе хоть порядок будет. Сама-то как? Говорят, ты развелась? В процессе. Вчера бумаги подписали. Ой, слушай, я уже опаздываю. Извини. Так я как-нибудь позвоню?
Телефон же знаешь, распорядок тоже. Звони. Она, значит, бухает сосиску, дает мне ключи от тачки и говорит: покатай меня по ночному Киеву. И что, ты покатал? Покатал. Осторожно, прольешь, вонять будет. Зайди ко мне. Не хотел бы я у своего бати в подчинение ходить. А я бы с удовольствием. У меня батя добрый. Был. Царство ему небесное. Давно умер? 13 лет уже как. Мой 2 года. Вот как гроб свело. Как с армии сократили, так сразу запил. Он меня прапором в танковых служил. А твой кем был? Инкассатором. Ты чего из кабинета распивочную строил, а? Слушай, бать, ну вечер уже. Ну можно подумать, ты никогда на работе на стакан не падал. Садись. Есть новая информация? Ну, информацию по машине пробиваем. Там одна цифра есть непонятная. То ли тройка, то ли восьмерка. Слушай, странная какая-то информация. Номер машины, приметы водителя и все. Он вообще реально этот твой человек? Или пьяный базар в кабаке срисовал? Это Степанов. В смысле? Ну, прямую. Он инкассатором пошел работать. Маршрут его пока не поставили, а людей уже пару раз подменял. Ну, вот он и срисовал тачку на хвосте. А что ж ты раньше не сказал? Да фиг его знает. Ведь какие с ним отношения? Если он пургу гонит, чтобы обратно вернуться, то это зря. Ну вот именно поэтому он просил тебя не говорить. Ты побыстрее с работой. Напрягает меня. Хорошо. Как ребята? Да вроде нормально. Присматриваюсь. Да. Где? Понял. Пока мы их пробиваем, они убивают. Нападение инкассатор. Поехали. Двор проходной. Я думаю, они тут остановились, чтобы из окон видно не было. Деньги в свою тачку перекидали и свалили. Женщина из 20-й квартиры в магазин шла, увидела инкассаторскую машину. Но решила, перепились и уснули. А потом поняла, что что-то неладное. Ну и мне позвонила. Меня тут все знают. Что же выходит? Они по-тихому взяли машину, отогнали и спокойно разгрузили? Да, хорошо работают ребята. Вот что, капитан. Раз тебя здесь все знают, начинай обход. Их машина наверняка здесь ждала. Может, кто что видел. Вы кто? Капитан Корольчук, участковый. Есть конкретная информация? Пока нет. Идите работайте. Ну, что думаешь? А что тут думать? Нам здесь делать нечего. Все живы, все здоровы. Пусть разбойные отделы пашут. Некрасиво всю работу на нас пихивать, Виктор Романович. А что, я не прав? Иваныч, я тебе когда-нибудь по-мокрому припахивал работать? А что я?
Начальство приказало тебя вызвать. Нашего опыта маловато. Так, ну все, хватит. Поймайте уже кого-нибудь, суперсыщики. Да только глотки друг на друга дерете. Злой ты сегодня, Вить? Да нет, просто день не задался. А у нас как раз задался. Первый налет и без трупа. А чего же задался? Был бы труп, им бы спихнули. Циничная ты баба, Даш. А это с кем поведешься? Наговариваешь. Кажется, по дерзости это те же клиенты. Тогда почему без трупов? Не знаю. Может, им кто-то открыл? Тогда кто? А я бы хотел видеть генерала Федуна. Генерал прислал меня. Но все-таки я хотел бы говорить с генералом. Генерал человек занятой, поэтому хотелось бы знать суть разговора. Но дело в том, что в городе возникла некая проблема, которая является ужасной головной болью для всех силовиков. Я бы мог помочь решить эту проблему. И что взамен? А почему я должен об этом говорить с вами? Машина была та, что ты срисовал? Машину не видел. Понятно. Лица хоть запомнил? Двоих более-менее, третий под вопросом. Как все болит, а? Скажи спасибо, что жив остался. Это первое ограбление без трупов. Мне к жене надо. Вас еще не опросили. Слушай, у него жена на сохранении. Пусть его быстрее обработает. Идите к инспектору, вас опросит. Отцу про машину говорил? Да. Говорил, что от меня? Нет. Слава богу. Только на работу устроился, такая хреновина. Он на тебя не подумает. Подумает. Он хороший опер. Обязан подумать. Ну? Романыч, это не я. Все это говорят. Все говорят, что не я. Смешно ему. Ну, а ваше дело что, тоже подтянули? Ладно. Тогда я с чистой совестью могу сегодня отдохнуть. Работайте. И что ж это за ужасная проблема? Вы напрасно иронизируете. Дело в том, что если еще хотя бы месяц будут убивать инкассаторов, вот в этих креслах окажутся совсем другие жопы. Богатые люди не любят терять свои деньги. Судьбами выслеживаете. Но вы же сами сказали, что как только у вас появится свободная минутка, вы мой.
Так и сказал. Заработался. Отпуск, что ли, взять? Да ладно, не бойтесь. Я не буду вас ловить на слове. Признавайтесь, журналюги уже пронюхали про мое любимое место. Майор Таран в узких кругах, фигура известная. Пора менять явки и пароли. Выпьете? Нет, я за рулем. Жаль. Очень жаль. Я бы подвез вас домой. Начал бы приставать. Вы бы героически сопротивлялись и сказали решительное «нет». И, возможно, тогда я начал бы уважать ваши принципы. А знаете, что-то барахлит у меня сегодня машина, не подбросите? А по дороге я обдумаю варианты ответов. Логика, Виктор Романович. Это что значит журналистика? Вторая древнейшая профессия, и за информацию готова на все, так что ли? Кажется, нет. Да успокойся, ты мне просто понравился. Так что все свои тайны можешь держать при себе. Ладно, не обижайся, я пошутил. Мне очень сложно обидеть. Всякую жизнь не повидала. Ну ладно, Марина, не злись. Я пошутил. Поставь чайник, если не торопишься. Посидим, поговорим, а? Дикий, голодный, опасный. Так и назовешь свой репортаж? Это я так для себя информацию набрасываю. Жалею, что связалась. Ну, дальше видно будет. О деле поговорим? Ну, так всегда. Все друг друга используют. Никакой романтики. Дурачок. Но если не для печати, у вас есть какие-то наработки уже по инкассаторам? А у вас? Ну, у нас есть. Я даже готова поделиться с тобой ими, если ты вспомнишь обо мне в нужный момент. Валяй. Как ты думаешь, сколько банд грабит инкассаторов? А ты как думаешь? Ну, во всех информациях звучит одна тема – поиск опасной группировки, которая специализируется на вооруженных налетах. А я вот думаю, что группировок как минимум две. Это почему же? А стиль разный. Вроде бы все похоже, но на самом деле все по-другому. Это тебя в журнале мод научили стили различать? Зря смеешься. На, вот посмотри на досуге. Это подробный анализ всех четырех налетов. Плюс примерная сортировка на две группы. Причем не исключено, что у них один мозговой центр. Хорошо, гляну. Что еще? И еще одна очень простая мысль. Как ты думаешь, до каких пор они будут бомбить инкассаторов? Год, два? Не-е-е. Раньше поймаем. Если они раньше не закончат. У каждого нападения свой алгоритм. И у всей серии тоже свой алгоритм. Они скоро закончат, если уже не закончили.
Денег они взяли предостаточно. Им нет смысла без конца рисковать. И повиснет у вас вечный глухарь. Ну что ж, тогда ты останешься без своего репортажа. Придется поймать. Что только не сделаешь, чтобы доставить женщине удовольствие. Моих слов записано верно. Мною прочитано, знаю, знаю. Выучила уже. Да не переживайте вы так. Управу на вашего соседа мы найдем. Я завтра передам заявление вашему участковому, Юрченко. Он будет к 16. Знаю, но лучше бы вы рассмотрели. Не могу. Не мой участок. Но вы не нервничайте. Я его обязательно проконтролирую. Спасибо большое. До свидания. Всего хорошего. Алло, Ирка, привет, это я. Ну, ставь ужин. Минут через 10 приеду. Угу. Забыли чего? Это Корольчук, Цветошинская.